Те, кто отправился в туры по соседним городам, активно посещают местные достопримечательности. Правда, некоторые из памятных мест совсем не в лучшем виде после нападок вандалов. Их разрисовывают красками и маркерами. На борьбу со злоумышленниками часто выходят волонтеры и участники различных акций. Одну из них в Кирове накануне организовала телекомпания СТС 9 канал. С щетками и моющими средствами сотрудники телекомпании СТС 9 канал и компании «Эль-Групп» пришли на площадь Конева. Объединились работники организаций, чтобы в рамках акции «Стоп вандал» сделать город чище. Место выбрали не случайно. Возле памятника маршалу неизвестные разрисовали мемориальную плиту. Мы считаем, что это вандализм, когда разрисовывают памятники и другие общественно значимые объекты в городе. Поэтому это должно пресекаться правоохранительными органами, а также общественность должна адекватно реагировать на это. В том числе и такими акциями, как акция «Стоп вандал». После моющего средства – средство защитное, чтобы уличные художники больше не смогли ничего нарисовать на памятнике. Любой маркер или краска с обработанной поверхности стирается водой. Производители утверждают, такая защита держится 10 лет. И мы хотим защитить поверхности, чтобы в дальнейшем они не подвергались набегам вандалов, чтобы все это легко чистилось и наша городская администрация не тратила лишние денежки на восстановление этих всех памятников культуры. Такие рейды по памятным местам города в рамках акции «Стоп вандал» теперь станут регулярными, обещают активисты. Они не остановятся, пока город не станет чистым. Елизавета Халикова, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей «Давеча».